Здравствуйте, рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня хочу познакомить вас с отелем Beach Albatross, а именно с концепцией, услугами и, конечно же, сервисом. Надеюсь, мои обзоры помогут вам в выборе отеля для вашего отдыха. Напоминаю, чтобы вы подписывались на мой канал, ставили лайки, комментарии и, конечно, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм и на нашу travel-страницу. Приятного просмотра! Отель Beach Albatross Resort находится в районе Ras Om El Sayed, в 25 минутах от международного аэропорта Шарм-эль-Шейх. Расстояние до Наама Бэй 8 км, расстояние до старого города 2 км и расстояние до Soho Square 18 км. Отель маленький и уютный. Как вы можете видеть, рецепция выполнена в минималистическом стиле. Также заселили меня очень быстро, буквально за 10 минут. Вместо стандарта мне дали двухкомнатный номер категории Family Room. В отеле есть 4 детских бассейна, 2 детских бассейна без подогрева в зимний период и 2 взрослых бассейна без подогрева в зимний период. Также бесплатные шезлонги, полотенца и зонтики. Я отдыхала в апреле, и в апреле вода в бассейнах была уже теплой. Возле бассейна находится бар, который называется Active Pool Bar. Работает с 10 утра до 18 часов вечера. И также предоставляется мороженое только для детей. Рядом с бассейном можно взять или поменять полотенце. Проходим дальше и видим еще один бар, который называется Clubhouse Bar. Он работает 24 часа. Алкогольные напитки с 12 часов ночи до 10 утра платно. Безалкогольные напитки по программе сервируются бесплатно 24 часа. Все напитки сервируются в стаканах или чашках по одному за заказ. Все напитки в бутылках платно. Импортные напитки, напитки в бутылках, банках, свежевыжатые соки, эспрессо, специальные виды кофе, кальян в концепцию не входят. Из бесплатных развлечений в отеле есть анимация, вечерние программы, шоу, волейбольная площадка на пляже, теннисный корт бесплатно, платно только вечером освещение, тренажерный зал с 16 лет, настольный теннис. Очень хорошая интернациональная анимационная группа и есть ежедневные программы. Из бесплатных услуг есть бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр. Дайвинг-центр и центр водных видов спорта находятся на пляже. Также на территории отеля есть аптека. Здесь находится
находится площадка, где вечером показывают фильмы и футбольные матчи. Ну а рядом находится еще один детский бассейн и взрослый бассейн без подогрева в зимний период. Помимо детских бассейнов, для детей есть детский клуб, который работает для детей от 4 до 12 лет, мини-диско, детские стульчики в ресторане, детская кровать бесплатно по запросу. Ну и есть такая небольшая детская площадка. А теперь направляемся в главный ресторан, чтобы посмотреть концепцию питания отеля Beach Albatross. С территории отеля открывается очень красивый вид на море и на старый город, особенно вечером. Ресторан Sea View работает на завтрак, поздний завтрак, обед и ужин. На завтрак с 7:00 до 10:00, поздний завтрак 10:00 до 11:00, обед 12:30 до 14:30 и ужин с 18:30 до 21:30. Сначала видим омлет, французские тосты, фалафель, баклажаны и бобы. Дальше идет молочная каша, вареные яйца, пюре, тушеные овощи и сосиски. Потом отдельный повар готовит омлет. Также есть отдельная сладкая выпечка, тосты и разные джемы. Здесь можно приготовить чай, кофе или налить себе теплого молока. Ну и, конечно же, есть несколько видов хлеба и булочек. Дальше идут свежие овощи, мясная и сырная нарезки. Потом видим большой выбор фруктов и йогуртов. Ну и, конечно, куда же без вкусной сладкой египетской выпечки.
а заканчивается все несколькими видами хлопьев и мюслями. Идя дальше, хочу показать вам, что на террасе находится бар с напитками, где предоставляют воду, соки, также готовят кофе и чай. Зайдя на обед, сразу видим овощи на пару, запеченная картошка, говядина, рис. Дальше идет курица в соусе, овощи, гриль, рыба и рис. Потом отдельный повар готовит пасту. Из снеков есть картошка фри. В обед здесь также можно приготовить себе кофе или чай. Также есть разные виды вкусных булочек. Дальше идут свежие овощи и готовые нарезные салаты, ну а потом вкусные десерты. Также есть несколько видов фруктов, такие как бананы, апельсины, яблоки. Ну и напоследок два вида супов – куриный суп и томатный крем-суп. Ну а теперь ужин. На ужин есть рыба, овощи на пару, говядина и кускус. Дальше идет запеченная картошка, брокколи с сыром, лепешка с мясом и лазанья. Дальше отдельный повар готовит пасту и такие себе чебуреки с мясом. Здесь можно приготовить кофе или чай, также как на завтрак и обед есть много разных булочек. Дальше идут свежие овощи, салаты и соусы. Потом десерты, фрукты и пахлава. Ну и также на выбор есть два вида супов. Куриный крем-суп и овощной суп. А на улице повар готовит пиццу. Теперь мы направляемся смотреть пляж. На пляж можно спускаться по лестнице или приехать на лифте. Я решила сначала спуститься по лестнице. Очень классно, что когда спускаетесь на пляж, можно наблюдать такие красивые виды. Как вы видите, лестница довольно-таки большая, поэтому подниматься в жару, я думаю, точно не вариант. Для этого был сделан лифт, который я покажу чуть позже.
На пляже работает сувенирная лавка и дайвинг-центр. У отеля свой песчаный пляж протяженностью около 800 метров. Это бухта, которая называется Maya Bay. Шезлонги, пляжные полотенца, зонтики предоставляются бесплатно. Также есть бар, который покажу вам чуть позже. Помимо шезлонгов, на пляже есть такие бесплатные большие кровати с матрасами. Это зона в море для детей, потому что здесь идет мелководье, чтобы детки могли поиграться. Гуляя дальше по пляжу, видим волейбольную площадку. Можно увидеть несколько таких лестниц. Спускаетесь, и дальше идет пологий заход в море. Ну а сейчас заходим в бич-бар-кафе. Работает с 10 утра до 17:00. Помимо напитков, здесь есть легкие закуски и мороженое для детей с 12:00 до 15:00. Также есть выпечка с 15:00 до 17:00. Хотелось бы сказать по поводу платных и бесплатных услуг. С бесплатных услуг есть хороший Wi-Fi в лобби и на территории, в номерах плохой, на пляже нет. Утюг, гладильная доска по запросу также бесплатно. Из платных услуг это доктор, прачечная, химчистка и сувенирные лавки на пляже. Ну а сейчас хочу показать вам пирс. Поплавать с пирса нельзя, но зато можно позагорать и посмотреть на рыбок. Потому что, как вы можете увидеть, с пирса открывается очень красивый вид на море.
сейчас мы направляемся в сторону лифта. Через 15-20 секунд вы уже наверху. Отправляемся в последний бар, который называется La Veranda Bar Cafe. Работает с 10 утра до 12 часов ночи. Здесь вечером проходит вечернее шоу, анимация и мини-диско. Вам свой номер. Так, заходим в номер. Я живу в номере категории Family. Заходим и видим гостиную, телевизор, мини-бар. В мини-баре есть только вода. Пополняется каждый день. Чайник, кофе, чай. Идем дальше. Вот такой стол, зеркало, потом заходим в ванную комнату, тут у нас душ, косметика пополняется каждый день, есть вот такой фен, идем дальше, спальня, вот в спальне есть шкаф, бесплатный сейф. Несколько отделений. Вот. И вот тут есть вешалки. А я благодарю вас за просмотр моего видео. Надеюсь, вам понравился обзор. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочу сказать, что рекомендую отель для семейного отдыха. Напоминаю, чтобы вы подписывались на мой канал, оставляли лайки, комментарии и, конечно, колокольчик. Еще раз спасибо. Пока-пока.